самом состоянии сейчас. А мне кажется, или у тебя какие-то бразильские или какие-то корни интересные? Мне сейчас только что друзья тоже сказали, как будто я из Буэнос-Айрес. Привет. У меня состояние дежавю, как будто мы с тобой где-то виделись. Тебя не Аня случайно зовут? Нет? А как? Ну, не Аня. Да ладно. Постой. У меня хорошо развитая экстрасенсорная способность. Виолетта. Виолетта, слушай, у тебя необычный. Меня Яша зовут. Очень приятно. Солнце. Сейчас мне нужно. Все сливать. Когда ты ей что-то говоришь, вот я с тобой разговариваю, я смотрю тебе четко в глаза. Ей тоже нужно смотреть в глаза. А, слишком резко набрасываться не надо. Если ты ее обнимаешь, вот так вот делать точно не надо. Я ее отпускаю намеренно. Это игра, это флирт. Она не хочет уходить, смотри. Она стоит рядом. Почему она стоит рядом? Потому что она хочет продолжения общения. Лучше ты сейчас пошлешь, что это такое, жвачка, пошлешь нахуй ее. И пойдешь к другому варианту, например, с кем-то, с другой девочкой пообщаешься, нежели чем ты будешь общаться и тратить время на одну, с которой у тебя нет коннекта. Понятно. Понимаешь, да? Да. Лё, привет. Минутку. Салют. Вы так что-то интересное обсуждаете, мужиков? Нам тоже стало интересно послушать. Стало интересно. На самом деле, вы угадали. Привет. Извини, секунду. Мне понравилось. Я подумал, что классно, решил подойти и сказать привет, пообщаться. Привет. Да, как тебя зовут? Зачем? Ну, просто уточни. Решил с тобой пообщаться. А ты пообщаешься или нет? Да. А может быть, не пообщаешься? Слушай, со стороны это так и смотрится. А может, пообщаешься? Как аутист. Ну, блядь, слушай, со стороны это так и смотрится, да? Да. Поэтому я говорю, здесь, в твоем случае, без опыта, будет решать только состояние потока. Когда у тебя его нету, ты толком ничего не сможешь делать. Ты будешь вот так общаться. Да. Чтобы войти в состояние потока, тебе нужно... А, тогда надо уходить, да? По твоей логике. То есть, если ты не знаешь, о чем говорить с девочкой, надо вообще к ним не подходить желательно. Наверное, да? Скоро 21. Да ладно, 21. Большая девочка получается. А мне как думаешь, сколько лет? Вот вообще не угадаешь. 23. Да ладно. Слушай, ты прям молодец. Да. Нет, не выгляжу на 23, или ты просто как бы наобум сказала цифру? Наобум. Ты не особо вообще такая. Что насчет этого? А у подруги? Подруги тоже? А где парни? А чего без парней ходят? Отпустили погулять. Я просто не понимаю никогда такого прикола, когда девушки ходят без парней. Отпустили погулять вдвоем. Да? Доверяют. Доверительные отношения, это хорошо. Если что, не знакомлюсь. Я не знакомлюсь, я просто общаюсь. Нет. Да? Приветствую, мужчина, это Влад Рыжков. И что же такое ты сейчас посмотрел, спросишь меня ты? На самом деле, моя задача и задумка была в том, чтобы записать для тебя отдельный кейс с тем, где я работаю с клиентом в клубе. Почему я хотел это сделать? Потому что я решил, ну, я очень давно не выходил в клубы, и клиентов я уже особо не беру на клубную какую-то игру и клубные вот это знакомства, там, фасты и так далее. Почему? Потому что всегда есть свои нюансы, это сбив режима, это плавающий вот этот график свой, и не совсем было удобно, скажем так. Сейчас я в связи с тем, что лето, решил добавить клубный тренинг в один из основных своих тренингов, услуг, которые я оказываю для мужчин, для своих зрителей, для своих клиентов, соответственно. Вот, поэтому, если тебе интересна тематика знакомств в клубах, если тебе интересна тематика прокачки именно вот в клубной такой тусовке, да, в барной тусовке, клубной, ночной игре, ты хочешь увозить девочек, ты хочешь с ними грамотно, эффективно коммуницировать, там, обнимать, целовать, вызывать эмоции, то тебе как раз-таки ко мне именно вот на этот тренинг, именно вот эта услуга тебе, скорее всего, будет нужна и интересна. Поэтому специально для тебя записал, сейчас ты увидел короткую часть, на своем сайте я выложил, по-моему, полуторачасовой видос с тем, где я работал со своим клиентом в двух разных клубах. Там есть особая своя история. В общем, кстати, о сайте, новый сайт, который я сам лично сделал. Вот поэтому, если ты заценишь его и напишешь сейчас ниже в комментариях, после того, как ты его заценишь, о том, как тебе сам сайт, как тебе дизайн, как тебе вообще удобно, неудобно, я буду благодарен, мне нужна обратная связь, поэтому, если не сложно, можешь
оценить сайт и написать здесь в комментариях ниже, как тебе он. Вот. Ну и, соответственно, на сайте, на самом... Почему я решил вообще сделать свой личный сайт? Потому что у меня не было какого-то сайта, на котором я бы размещал все свои услуги. Туда не входит только коучинг и обучение соблазнению. Там еще и фотосессии, и какие-то такие моменты стиля, да? То есть я как стилист могу помогать тебе... изменять визуал, то есть подмену образа, парфюм, прическа там, и так далее, то есть все вот это тоже там есть. Вот также какие-то свои онлайн-курсы, видеокурсы, все также будет размещено именно на этом сайте. Вот поэтому ты можешь туда зайти. Сайт находится, ссылка на него находится в описании под этим видосом, под этим роликом, поэтому спускайся, переходи и... так сказать, изучай все мои услуги, которые я туда добавил. Вот, там есть новые услуги, такие как вот это, например, да, как клубная игра какая-то, клубный тренинг. Я редко когда проводил, как, опять же повторюсь, но сейчас я решил это добавить в базу. Вот, ну и какие-то там внизу сайта ты можешь тоже заметить, какие-то отдельные от коучинга тоже услуги там размещены. Также, кстати, хочу тебе сообщить классную новость о том, что уже 15 августа я проведу свой групповой тренинг в Москве, который называется Альфа. Название старого своего тренинга, но концепцию я видоизменил немного. Сейчас объясню вкратце почему и вообще, что я хочу, какой тренинг я захотел групповой конкретно вот для тебя сделать. На самом деле я что понял за весь свой долгий опыт, за всю свою долгую практику, как и обучение людей, так и уже в теме я достаточно давно, я понял, что людям не хватает динамики, я понял, что людям не хватает, ну, в жизни, в серой вот этой обыденной жизни, да, когда ты дом, работа, там, учеба, и вот плюс-минус все это вот так вот меняется, у тебя там даже свиданий, может быть, мало в жизни, да, и какой-то комьюнити, какая-то тусовка, какое-то мероприятие, которое заставит тебя просто выйти за зону комфорта, познакомиться с новым окружением. Ну, это же вообще шикарно, я считаю. Мне кажется, это и есть ценность моего нового тренинга, который называется «Альфа». Это групповой курс. Количество мест будет ограничено, я не хочу делать слишком большой тренинг. Я думаю, там в пределах, ну, я не знаю пока, сколько человек мне будет интересно обучить за первый поток. Ну, посмотрим. В общем, исходя из количества заявок, я уже сформирую какое-то понимание, сколько человек я хочу видеть на этом тренинге. Поэтому 15 августа я его стартану. Соответственно, я хочу тебя видеть на этом тренинге. Опять же, новое окружение, новая динамика, да, какие-то новые действия, которые приведут к каким-то новым результатам. Всегда новые действия приводят к новым результатам. Также концепция тренинга видоизменена немного. Что туда будет входить? Прежде всего, 85% это практика. После это разборы. То есть теория, как ты уже понял, туда не слишком много будет входить теория. Она будет самая ценная, самая важная, самая сжатая и самая нужная для тебя. И самое главное еще, что там будет, это задание. То есть я буду давать задание, буду давать теорию, и мы будем делать разборы. В зависимости от тарифа, который ты выберешь, будет понятно, будут ли у тебя разборы с видео или нет, потому что мы также будем записывать еще вас на видео. Вот, это очень полезно, все будут видеть тебя, ты будешь видеть себя, и это, короче, капец как полезно. Если ты хочешь достичь в чем-то результата, запиши себя на видео, там, в единоборствах, например, и посмотри, как ты выглядишь со стороны. Это тебе многое даст, ты посмотришь на себя со стороны, поймешь, где ты косячишь. Короче, в области соблазнения это критически важно. Ты просто переосмыслишь, возможно, и поймешь, что ты делал не так. Ну и плюс я тебе помогу с этим тоже. Вот, поэтому 15 августа стартанет мой новый групповой тренинг. Уже получается новый, так как новая концепция, но со старым названием Альфа. Так что ждут тебя тоже на нем. Вот, если тебя напрягает количество там людей, и ты не хочешь какое-то такое мероприятие, то персональный коучинг, коучинг в клубе, не знаю. В общем, там есть из чего выбирать. Поэтому жду тебя на своем сайте.